Доброе утро. Мы проснулись. На улице сыро-сыро. Сейчас чаек просто попьем, у нас что-то как-то даже ничего нет. Съездим в магазин, а потом, наверное, еще и после обеда на дачу поедем. Лужи какие стоят. Котик вышел погулять тут у нас. Ничего, на подоконнике-то намело. Слушайте, вот каждый день мой. Песок просто. Вот оно, преимущество второго этажа. Хотим этаж не меньше, чем девятый. Тут у нас яблочки лежат. Совсем немного осталось сушеных. Кстати, в этом году у нас ни одного нет яблока. Ни одного. Как мы будем без сухофруктов? А я ведь хотела и компотов наварить. Ну, вроде не холодно. Вот люди в футболках, да? Когда дома, непонятно. Маркушенька такой-то, он мокрый, помылся в ванной. Мы когда ходим в ванну, он обязательно идет и сидит, чтобы на него поливалась вода. Соответственно, он ее пьет, эту чистенькую водичку, и мочится.